Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.